Желает всем телеканал Ясное ТВ и приглашает вас на заключительный матч 9-го тура чемпионата Беларуси высшей лиги Беларусьбанк. И сегодня у нас в Бресте сойдутся футбольный клуб Рух и футбольный клуб Смолевичи, которые поднялись из первой лиги в минувшем сезоне. И команды, которые выдали феерический прошлый тур. Руху и Смолевичам предстоит поправлять немножко эту статистику. Ну и давай поговорим, наверное, о составах команд. Представим тех, кто сегодня главные действующие лица у нас на поле. Давай, поскольку смолевичи начали этот матч под свисток главного арбитра Сергея Чистова. Сергеевич говорил, что на такие матчи, как с Батэ, команду настраивать особо не нужно. Все понимают, что за соперник и что за игра предстоит. Здесь пока Рух в атаке. Андроник справа с мячом простреливает. Ух, какой кикс получился у защитника. Рух, если он сегодня выиграет, ну, здесь момент у Смолевичи, дальний удар, это несложно для Нечаева, который выдавал. Здесь уже на короткие разыгрывают, концевой с мячом, не сразу на него открывается защитник, есть попытка заброса, на дальнюю штангу, там Рахманов здорово откликался, но Гамилько молодец, ситуацию прочитал, возможность быстро выйти из обороны в атаку путем заброса вперед, зацепится ли там Вера за мяч. Да, цепляется, мяч в аут не выходит, и опасная ситуация может возникнуть. Мигунов один в один против Вероса. Ах, как же ошибается сейчас Иван. Слишком хитро, по-моему, между ног прокинуть не получилось. Диало здорово мяч получает. Жебнера он буквально опрокинул. Здесь в подкате хорош защитник Смолевича. И вот так вот секундомере, как-то тайм так незаметно пролетает. Навес Сидько на дальнюю штангу, но еще даже до того, как Гамилько. Александр Нечаев в воротах под первым номером. Линия обороны слева направо. 13-й Александр Мигунов, 59-й Илья Колпачук. Функции пока у нас штрафной, который будет исполнять Смолевич. Евгений Барсуков с правой ноги заряжает. Нечаев не пошел на мяч. Партнер дотянулся, но полетел выше ворот снаряд. Ну и несколько интереснее смотреть футбол. Согласен, и вот сейчас Рух пытается под эти твои слова что-то придумать впереди. Заброс на Сидько, Сидько головой пытается пробить, но опять же точно Бреском. Но и Смолевичи пружину контратаки разжимают довольно неплохо. По, на правой передаче подключает партнера, хоть штрафную там Мухамедов, там он оказался. Нет, не Мухамедов был, прошу прощения, там в Рухе. Я скажу, что Брест для Садовских это вообще проклятое место, что в Динамо, что в Рухе. Много у нас парней с этой фамилией, да, в разной степени там родства они находятся. Но Садовских в чемпионате Беларуси действительно много. Левич, этот российский легионер. В целом, там на его левом фланге, мне кажется, сегодня проблем не было. Ну, не создавал он. А вот работает левый фланг Смолевичи, вышедший на замену. Вакулич катит на пой, тот с левой ноги, и Нечаеву приходится вступать в игру. Ну вот, такой уже моментик, который что-то тут всколыхнул. Нам хотелось бы, чтобы таких было побольше. Не вашим, не нашим. Уже через пару дней здесь же на Брестском супер матч, супер вывеска. Динамо будет принимать Батэ. Но у нас еще есть время, чтобы что-то в этом поединке увидеть. Рух в атаке! Гамилько не дрогнул в этот раз и команду выручает. Ну вот и ответочка Руха. По такому одному моменту хорошему и те, и другие создали. Уже хоть что-то. А вот еще и ответ Смолевичей отправляет Эдгара По вперед в забег. Тот один в один с Мигуновым под левую. Ох, и тоже было хорошо. Эдгара Алана По отправляют в забег по правому флангу. Знаменитый писатель сейчас не смог реализовать этот эпизод. Но да, нам тут уже от скуки только книжки читать на самом деле. Жан По имел хороший эпизод, не забил. Нынешнего именинника Василенко, тот тоже, в принципе, провел качественный матч в центре обороны. Ну, на этом все. Матч закончен 0-0. На что наиграли, то и заслужили, пожалуй, команды сегодня. Если резюмировать, то мы увидели лишь по одному опасному такому действительно моменту, и то во втором тайме, и то ближе уже к концовке, но даже после этого игра так и не встрепенулась. Да, не хватило сегодня командам, конечно же, забитого мяча. Ну что ж, бывает и такое.